Всем привет, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на своем канале, и это раздел Let's Play, а с вами Bitfin. Ну что, начнем, поехали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Bitfin. Сегодня мы будем играть в хоррор-игру под названием Into the Dark Ultimate Trash Edition. А что это за картины такие? Судя по музыке, игра должна быть страшная. Но я понятия не имею, что же это за игра такая. Так, я сейчас камеру. Короче, пока он там разговаривает, я вас веду в курс, это как бы будет у нас первый взгляд на игру. То есть я посмотрю, будем мы в нее играть или нет. Хорошо, пропустили. Левел первый, Into the Cabin. Кабин. Кабин. Important by default the USK is Inter. Remap output graphic settings. Типа для изменения графики вы можете открыть документ текстовый setup ini и типа что-то там настроить. На клавиатуре Inter. Короче, в текстовом документе будем настраивать, но я не знал, что что-то тут можно еще настраивать, поэтому я не стал настраивать это дело. Еще, кстати, я играю без наушников. Миссия. Чё? Английский язык? Exit game. Save game здесь есть. Окей, пресс М. Ясно. Ну давайте знакомиться с локацией. Графика здесь, видите, какая. Сами. А? Не видно еще ни хера. Так, окей. Понятно. Короче, будем играть на обум. Посмотрим, напугает ли игра нас или нет. Стоит ли в нее играть. Или не стоит в нее играть. У меня еще рендерится видео в Вегасе, поэтому немножечко тут подлагивает. На что взять? У нас есть пистолет. Почему бы и нет? Это хорошо. С одной стороны. С другой, это плохо. Значит, здесь кто-то есть и в кого-то надо стрелять. А, на F у нас глушитель. Ну, окей, окей. Давайте подойдем здесь к столам, посмотрим, что у нас здесь есть. ТВ, бутылки. Him too, Avon says. Read the fucking manual. Окей. Окей. Что такое? Медик пак. Полные медикаменты у нас. Ну хорошо. Ё-моё, привычка на F, на E использовать. Глушитель же здесь тоже не просто так нам. Ёб твою медь. Алло. Эй. Здесь кто-нибудь есть?
Нет, это, наверное, просто звуковое сопровождение. Ёб твою! Всё-таки есть. Так, мы там видели мед... Да я понял, все, я понял. Что-то бинты подбирает. Пилюли, панкиллерс. Еще не до конца ты залечился, друг. Так, а чё свет под погах? Погас! Давай, лекайся, чувак. Дверь открылась. Тихо, а где пистолет-то твой? Во! Мне нужен фан... Мы патроны взяли с вами. Ну понятно. Патроны, это хорошо. Только их еще попробую разгляди здесь. В принципе, он на... I need smokes. Что-то про дым. Я не знаю, я в английском не сильный парень. Так, и что? Нет, ему нужно что-то, чтобы открыть, короче, эту свитч-коробку. Давайте вернемся назад. Может, мы что-то где-то упустили. А, миссия обновилась. Металл. Что-то там найти надо ключ, что ли, чтобы металлическую коробку открыть. Вот тут темно, бляха-муха, не видно ни хрена. О! Отлично. Где чё взял? Непонятно вообще. Извиняюсь за кашлётиков, я тут припростыл немного. Но надеюсь, сейчас-то ты откроешь ее. Автоматик дур. Алло. А инвентарь есть у тебя? Ты вот таким пользуешься? Чувак, чё надо делать? Алло. Музыка здесь такая мощная играет, знаете. Hooks made in Sand Kit Super Solid Wear. Я не знаю, что он тут говорит мне. Он хочет, чтобы я ту железную ко... Вот чё. Ну, теперь идем туда, в каналюк, или куда мы там направляемся. Открыто, да, решетка? Я правильно понял? Отлично. Так, ты умеешь приседать? Хорошо. Ёб твою медь. Где? Кто? Воу-воу-воу-воу! Петя! Ты охренел! Сколько ты ж у меня здоровья, собака, вынудил-то с меня! Ты посмотри какой, а! Отлично, еще лекаемся! Не знаю! Не сильно пугает она, в принципе, вообще не пугает! Так! Настораживает. Не знаю, стоит в нее играть, не стоит. Но интересно, что будет. Что будет дальше? Так, а вот дверь. Алло. А что надо сделать-то? Чувак. Я что-то не догоняю. Что надо сделать?
Мистер Спок. My crew will write the security system. Чё? Блин, не срабатывают какие-то непонятные скрипты. Абсолютно непонятные. Для чего они? Зачем они? Медпаки опять? Кого? Чё ты сказал? Юз? Доски? Вы серьезно? Нахрена тебе доски? Алёша. Доска тебе нахрена? Где патроны? Что патроны? Непонятно вообще, что происходит тут. Хорош. Что сейчас произошло? Чего? Рубильник вижу. Ну, можешь взаимодействовать? Фонарик бы хоть дали мне, что ли? Так, давайте на этом мы сохранимся. Я думаю, мы еще поиграем в нее чуть-чуть. Так как интересно, непонятно все же, но интересно. Поэтому ставьте лайки видосам. С вами был Bitfind и Into the Dark Ultimate Trash Edition. Всем пока-пока!